А почему именно стоматолог? Ну, в моем списке самых престижных профессий, которые я, возможно, выберу после окончания школы, это стоит на первом месте. Но это совсем не женская профессия. Вдруг пациент нервный попадется, укусит же. Ну, минусы, конечно, есть, но самый главный плюс – это… Саш, а ты вообще почему за мной ввязался? По концепции нашей программы в кадре должно быть два ведущих. Да и вообще интересно посмотреть на этих людей. Ясно. Здравствуйте, Ашат Сагамонович. Здравствуйте. Мы пришли к вам, чтобы узнать все о профессии стоматолога. Какими качествами должен обладать специалист? И какие еще специализации у этого направления? Я на все ваши вопросы отвечу, но все по порядку. Давайте пройдем в мой кабинет. Ашот Саркисян – врач-стоматолог-ортопед, специалист по протезированию и эстетическим реставрациям, выпускник Кубанского государственного медицинского университета, практик Израильской школы стоматологии. Ашот Сагамонович, чем занимается врач-стоматолог? В чем специфика профессии? Да, ни для кого не секрет, что врач-стоматолог занимается лечением проблем зубочелюстной системы. Заболевания зубов, заболевания десен, заболевания височно-нижнечелюстного сустава, заболевания слизистой оболочки полости рта. То есть это достаточно большой и обширный спектр. Каждый раз, приходя в зубную клинику, даже если у меня ничего не болит, я испытываю страх. А вы когда-нибудь боялись стоматологов? Может быть, в детстве? Ну, может быть, я поэтому и стоматолог, что никогда не боялся. Хотя, на самом деле, стоматологом становится в двух случаях. То есть, когда в детстве сильно боялись и захотели изменить мир, и в будущем стали стоматологом. Или же наоборот, ну, в моем случае конкретно, я не боялся. Почему? Потому что мой папа был стоматологом. Но бояться лечения стоматологического или любого другого – это нормально, потому что для любого человека это неизведанная ситуация. И все, чего, в чем мы не разбираемся и чего мы не знаем, изначально мы боимся. Значит, врач-стоматолог – это еще и педагог, и психолог? Хороший доктор – это не только тот, который умеет что-то делать хорошо своими руками. Конечно, руки доктора – это бесценная вещь. Но при этом, при всем, абсолютно верно подмечено, что врач должен быть хорошим, правильным и порядочным человеком. Потому что люди приходят к нему с проблемой, с болью или с чем-то еще. И если он их не поймет, то тогда и лечение не закончится ничем хорошим. А какими еще навыками должен владеть врач-стоматолог? Вот хирурги, я знаю, постоянно дома шьют, вышивают, а зубные врачи что-нибудь лепят, рисуют? Если мы говорим о зубных техниках, это немножко отдельная специализация, но тем не менее. Так же, как и врач-стоматолог-ортопед, например, который занимается протезированием. Они постоянно лепят, то есть лепят зубы из пластилина, вырезают их из мыла. Рисовать обязательно, то есть нормальный врач-стоматолог имеет несколько классов художественного образования, как правило. Почему? Потому что работа на самом деле включает в себя определенную часть творческих моментов. Несмотря на то, что технологии есть, творческую и искусную составляющую внутри этого никто никогда не заменит. Чтобы стать хорошим врачом-стоматологом, в школе следует обратить внимание на такие предметы, как биология, химия и физика, так как профессионал должен хорошо разбираться в анатомии человека и уметь смешивать лечебные составы. Также нужна математика, ее методы используются при исправлении прикуса и в другом лечении. Не стоит пренебрегать и такими уроками, как изобразительное искусство и лепка. Они могут пригодиться на вступительных экзаменах. Вот смотрите, ребят. Это стоматологический кабинет, подготовленный под стоматолога-ортопеда. Здесь работаю я. Тут есть коронки, виниры, все, что нужно для восстановления утраченных зубов. А есть еще какие-либо специальности? Конечно, специальностей очень много. Это и стоматологи-ортодонты, терапевты, хирурги, детские врачи, стоматологи-гнатологи. То есть специальностей очень много. И под каждого должен быть определенный набор специализированных инструментов. Например, вот это стоматологический диодный лазер. То есть им мы корректируем эстетически важные моменты в полости рта у пациента. Вот интересная вещь – это увеличительные очки, то есть бинокуляры.
То есть они изготавливаются специально на заказ под каждого доктора, для того, чтобы он мог лучше и качественнее видеть маленькие зубы наших пациентов. Вот тоже достаточно интересная вещь. Это электронный определитель цвета зуба, для того, чтобы все те новые зубы, которые мы изготавливаем, чтобы они были максимально естественные, чтобы они подходили конкретно каждому человеку. Или же вот один из самых распространенных инструментов – это фотополимерная лампа, которую стоматологи используют для того, чтобы реализовать все необходимые возможности тех материалов, которые мы используем. Но вообще этот набор, как я уже сказал, он индивидуален для каждой специализации. Терапевты пользуются микроскопами, хирурги пользуются физиодиспенсерами, специальными инструментами для того, чтобы там ставить имплантаты или лечить канал. А мы можем познакомиться с другими специалистами? Конечно. Сейчас я отведу вас к Анне Андреевне, это наш детский врач-стоматолог. Анна Шиянова, детский врач. Выпускница Краснодарского краевого медицинского колледжа. Специальность стоматология. Квалификация зубной врач. Здравствуйте, Анна Андреевна. Вы детский стоматолог. Можете нам рассказать побольше об этой профессии? А главное, дайте, пожалуйста, попробовать что-то поделать руками и решить, кто же из нас лучший и сможем ли мы вообще работать в этой профессии? Конечно, это возможно, но, к сожалению, на вас нет формы. Но мы сейчас это исправим. Я выдам вам халаты. О, круто. Но я-то тебя сделаю. Мечтай. Пожалуйста, эти халаты я предлагаю вам одеть друг на друга. Посмотрим, у кого лучше получится. Кто первый? Давайте я. Так, как это одевается? Ты сам ничего не делаешь. Забинтуйся, я так мне ничего не сможешь сделать. Ага. И года не прошло. Ну что, следующий? Да. Что? Получилось очень хорошо. И в первом туре у нас побеждает Саша. Как? Да. На тебе халат смотрится гораздо лучше, чем на нем. Более аккуратно завязан. Просто я красивая. Это правильно. Ну, ничего, будет возможность еще исправиться. А сейчас для второго этапа я приготовила вам небольшой сюрприз. У нас есть пациент, который согласился на небольшой эксперимент. У вас будет возможность почистить зубки нашему пациенту по одному сегменту. И я определю, кто из вас лучше почистил. Ну что, начнем? Одевайте перчатки. Я думаю, нам надо поменяться. Это большой размер, а это маленький. Угу. Одевай. Как ты это сделал? Смотри, какой профессионал. Сейчас они порвутся. Не-не, стараемся порвать. Маски. Ну что, приступим? Приступим. Вот так включается свет. Вот эта щеточка одевается на этот наконечник. Нажимается. И защелкивается. Угу. Элементарно. Давай ты первый. Да, я боюсь. Правильно, да? Правильно. Одевай. Прокрути. О, смотри, слышишь? Защелкнулась. Проверим. Отлично. А здесь у меня есть две педальки. Если нажимать одну из них, то будет просто вращение. Прикольно. О, класс. Щекотно. А если две сразу, то будет с водой. Берем. Немножечко пасты на щеточку. Отодвигаем щечку зеркальцем. Засовываем наконечник. И нажимаем. Всаживайся. Бери как ручку. Берешь как ручку. Берешь зеркальцем. Оттягиваешь вот так губу. Давай. Вот так. Молодец. Угу. И заводишь за щечку. Вот так. Ну, я стараюсь. Где педаль? Держи, как я. Перехватывай. Педаль отпусти. Вот. Держу. Давай. Не бойся. О, прикольно.
Ну, смотри, как у тебя замечательно получается. А что делать с пациентами, которым палец в рот не клади? У вас был такой случай в практике? Кусали? Конечно, был. Ну, справляемся. Это нам еще повезло, что не живой человек. Это точно. Это, по-моему, повезло, что это не ребенок. А где надо учиться на стоматолога? В институте. Вопросом, куда поступить на стоматолога, задаются многие выпускники школ. В Краснодарском крае несколько высших учебных заведений и первый в списке Кубанский государственный медицинский университет. Чтобы поступить на стоматологический факультет, необходимо сдать единый государственный экзамен по предметам русский язык, химия, биология и математика. Победители всероссийских олимпиад по профильным предметам имеют льготу при поступлении. Давайте, меняйтесь. Я боюсь. Аня? Я боюсь. Не бойся, я буду рядом с тобой. Смотри, как замечательно получается. Это сложно. На живом человеке, наверное, еще сложнее. Ну, на самом деле, это просто опыт. Скажите, как у вас получается усадить ребенка в кресло? Это на самом деле действительно очень сложно. Ну, не всегда получается усадить с первого раза, но в игровой форме получается. Ну что, все, давай закончим. Кто из нас лучше справился с заданием? Ну, в этот раз победила ты. Да! Поэтому у нас ничья. Ашот Сагамонович, а стоматолог и зубной врач – это одно и то же? Не совсем. Зубной врач – это среднеспециальное образование, а стоматолог – это высшее образование. А сколько лет учится в медицинском университете? Хороший врач учится всегда, но минимально для того, чтобы получить диплом, необходимо отучиться 5-6 лет в зависимости от специализации. Многовато будет. Я же говорил, что это не женская профессия. А что, Сагамонович, а вы как думаете, это мужская или женская профессия? Главное, чтобы человек был хороший и специалист великолепный. Поэтому это могут делать как мужчины, так и женщины. Но, несомненно, какие-то специализации мужчинам даются больше, какие-то женщинам даются лучше. А сколько у вас в клинике мужчин и женщин? Я думаю, 50 на 50. Поступить в медицинский вуз непросто, успешно закончить его еще сложнее, но все же игра стоит свеч. Это одна из самых высокооплачиваемых специализаций среди медиков. Зарплата напрямую зависит от опыта и квалификации врача и колеблется от 25 до 200 тысяч рублей. Немалое значение имеет и то, в какой клинике, государственной или частной, трудится специалист. Средняя заработная плата стоматолога по Краснодарскому краю – 44 тысячи рублей. Вакансий на момент выхода программы найдено 125. Врач-стоматолог. Ортопед. Хирург. Детский врач. Ну что, Аня, после посещения клиники врач-стоматолог случайно не переместился сверху вниз твоего списка престижных профессий? Ну, ты знаешь, Саш, зарплата меня устраивает, но вот продолжительность обучения – нет. Ну ничего, будем искать. Ты со мной?